Боливии перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии 13 человек погибли, еще 32 ранены. Среди погибших 5 мужчин, 6 женщин и 2 ребенка. Всех пострадавших доставили в ближайшие медучреждения. Полиция ведет расследование случившегося. Известно, что автобус двигался по маршруту между городами Тариха и Кочамамба. По предварительным данным полиции, причиной ДТП стала проблема с тормозами.